на канале «Моя семья». Сегодня встреча на кухне. Значит, будет какой-то новый рецепт. Да, вы не ошиблись. Сегодня мы будем готовить с вами банановый пудинг. И такой нюанс в этом пудинге заключается в том, что, не знаю, как в других семьях, но в нашей семье частенько бывает, что бананы чернеют, мы за них забываем. И очень жалко их выбросить. А оказывается, из этих потемневших бананов можно приготовить обалденно вкусный банановый пудинг. Чем мы сейчас и займемся. Вот все необходимые ингредиенты для нашего пудинга. Это 2 банана, 100 грамм сливочного масла, которое мы растопили в микроволновой печи, достаточно минуты. И оно должно слегка остыть, оно не должно быть горячим. 2 яйца, 100 грамм муки, 100 грамм сахара, 2 столовых ложки молока и на кончике ложечки сода. И погасить это все уксусом. Ну и, естественно, форма, которую смазываем сливочным маслом. У меня будет вот такая для микроволновки. Я уже ее подготовила. Значит, в отдельную мисочку мы очищаем наши бананы. Внутри они еще довольно-таки симпатичные, но очень сладкие, что нам и нужно. То есть лучше, конечно, использовать переспевший банан. Он и по консистенции будет более вязким и более сладким. И теперь берем вилочку и вилочкой аккуратно разминаем наш бананчик. Вот таким вот образом. Вот такая кашка-малашка у нас должна получиться. Отставляем ее. Берем другую мисочку. Сюда мы аккуратно вливаем наше остывшее масло. Вы догадались, да, почему должно быть оно не горячим? Потому что мы сюда будем вбивать наши яйца, чтобы они у нас не свернулись. Вбиваем наши яички. 2. И всыпаем сюда наши 100 грамм сахара. И либо венчиком, либо миксером взбиваем это до однородной массы. Сюда же вводим наш бананчик. Опять же, это все перемешиваем. Всыпаем 100 грамм муки. Перемешиваем. Теперь мы додадим соду, погашенную уксусом. Вот у нас 1/3 ложечки соды и 1/2 ложечки уксуса. И делаем вот такую манипуляцию. Погасили. И вливаем сюда наше молочко. 2 столовых ложки. И еще раз все тщательно перемешиваем. Теперь осталось в нашу форму для микроволновой печи перелить наше тесто для пудинга. Аромат волшебный. Тесто получается как на оладике, вот такое оно, густая сметана. Крышечкой мы наш пудинг не накрываем, ставим выпекаться. Можно, кстати, сверху украсить кружочками бананчика. Вот у меня остался банан еще 1/3. Я сейчас его постараюсь красивые кружочки отрезать и украсить сверху наш пудинг. И отправляем в микроволновку на максимальную мощность. Где-то на 8 минут. Вот такая у меня красота получилась. Украсила я бананчиком.
и отправляю в микроволновку. Поставила для начала 8 минут, как рекомендуют в рецепте. И с Богом. Вот наш пудинг готов. Вот такой вот он. Ну, конечно, как все пудинги, он начинает сразу садиться такой деловой. Сейчас я его выложу на тарелочку и разрежу. Вот такой пудинг получился внутри. Он пропекся. Довольно-таки высокий, сантиметров 6-5 получился. Очень пахучий. И попробуем на вкус, какой он. Ну как, Сонь, банановый пудинг. Приятного аппетита. Спасибо. Это мой самый любимый дегустатор. Если ей нравится, значит, рецепт в нашу семейную копилочку. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал «Моя семья». Делитесь этим рецептом в соцсетях со своими друзьями. Нам будет очень приятно. Всем пока!